О законе высказался и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в статье для брюссельского, одного из брюссельских изданий. Ягланд настаивает, Украина должна обеспечить национальным меньшинствам возможность обучения на родном языке. Но при этом подчеркивает, все граждане Украины должны владеть государственным языком, в том числе и представители национальных меньшинств. И аргумент тут простой. Это жизненно важно для нормальной интеграции в общество.